кораблик. Пошли гулять лягушонок, цыпленок, мышонок, муравей и жучок. Пришли на речку. «Давайте купаться!» — сказал лягушонок и прыгнул в воду. «Мы не умеем плавать!» — сказали цыпленок, мышонок, муравей и жучок. «Кваха-ха! Кваха-ха!» — засмеялся лягушонок. «Куда ж вы годитесь?» И так стал хохотать, чуть был не захлебнулся. Обиделись цыпленок, мышонок, муравей и жучок. Стали думать. Думали-думали и придумали. Пошел цыпленок и принес листочек. Мышонок – ореховую скорлупу. Муравей – соломинку притащил, а жучок – веревочку. И пошла работа. В скорлупку соломинку воткнули, листок веревочкой привязали и построили кораблик. Столкнули кораблик в воду, сели на него и поплыли. Лягушонок голову из воды высунул, хотел еще посмеяться. А кораблик уже далеко уплыл, и не догонишь.